Доброе утро, ребятки. Точнее, день. Хотя, мне кажется, уже у меня уже сбился режим. День, вечер. В Москве постоянно уже мрачно. Утром, днем и вечером. У вас вечер. Ну да, в восточных районах уже. Куда поехал? Еду сдавать кровь. Хочу здоровье проверить. Я здоров, но хочу быть здоровее. И плюс в 4 часа у меня тренировка. Надеюсь, успею. Не понимаю, почему в Москве сегодня пробки. Мне суббота вроде. Должен быть более-менее свободный город. Ты как обычно? Че, как у вас дела? Я донор? Нет. Не донор. Я же говорю, что просто общую биохимию крови хочу сдать и все. Погода нет, снега нет. Ничего нет. Просто серый город Москва. Привет, я твой номер Барзикова спрашивал, а он не дал. Значит, посчитал, что ты недостойный номер. Да нет, не хочу спать, я выспался. Просто настроение такое. Осеннее. Уже я, честно, жду, чтобы снег выпал хотя бы немножко, чтобы было хотя бы более-менее новогоднее настроение. Почему я не в Беларуси? Потому что я живу в Москве, а что делать в Беларуси? В Беларуси все давно попилено, нечего там ловить. Кстати, вчерашний лайв по ставкам дал чистой прибыли около 30%. Банк у меня с вчерашнего дня увеличился на 30%. Поэтому, кому интересно, там вот я в истории ссылочку оставил, переходите. Там есть бесплатный чат, чат есть платный. Как говорится, какой вам по карману, в такое заходите. В платном поинтереснее. Тусить нет, я с тусовками завязал. Меня вчера приглашали, я забил. Тусовки это не мое. Ну и что-то есть, мадам. Мадам на Рено Логан хотела проскочить. Опасная, опасная, прям обезьяна с гранатой, я их называю такие. Ездит очень агрессивно, агрессивно. Так, а что твое? О чем был вопрос? Спортом надо заниматься, ребят. Вот я же говорю, еду сейчас, кровь сдам на анализы, проверю здоровье. Я раз в полгода проверяю, все ли нормально с организмом. Запишитесь на секцию лучше какую-то или, не знаю, на природу съездите с друзьями, свежим воздухом подышите. Если вы в городе живете на выходные, будет больше пользы. Смысл этих клубов, я вот так вот посидел. Кучу бабла спускаешь, знакомишься чаще всего с какими-то непонятными людьми, которые никаким образом тебе в жизни не могут быть полезны. Ну, грубо говоря, собутыльники. И все. Голова болит, что делать? Какой спорт нужен? Ну, есть другой способ, если прям голова болит. Но хотя многие девушки говорят, что когда болит голова, наоборот, не хочется. Я так понимаю, это связано с тем, что вас в этот момент трясут, и голова болит еще сильнее. Вообще, если головные боли, это значит защемление где-то. Это вам к массажисту лучше. Если вы в Москве, есть у меня хороший массажист, могу посоветовать. Вот у меня голова не болит вообще. Кстати, давно уже. Раньше, вот еще лет 5-10 назад, бывали моменты. Сейчас вообще прекрасно себя чувствую. Вот если выпью, утром может, да, голова болеть, а так нет. Поэтому идите к массажисту.
Когда болит башка, нужно расслабиться. Значит, где-то что-то напряжено. Спа, массаж. Примерно вот так. А вообще настроение очень ровное. Такое. Я нахожусь в легкой гармонии с самим собой. Вот. И уже думаю о том, где бы и с кем праздновать Новый год. У кого какие предложения? Кто где празднует? Поделитесь. Так, вопросы про Лилю в игнор сразу. Уже про Лилю все ответил, все, что можно было. Не знаю, что у нее творится в жизни. Надеюсь, что все хорошо. Мы не общаемся. Надеюсь, ответил. Сейчас ты одинок. Один-одинешник. Ну, скажем так, есть с кем я общаюсь. Хорошие ребята. Ну, вот, друзья мои. Девушки нет, скажем так. В Кишиневе, да, был. Был в Кишиневе в августе месяце этого года. Это прям галочка моя была. Я хотел поставить галочку, посмотреть, что такое. Что такое Молдова, Кишинев. В принципе, там сколько я был? 4 дня. 4 дня мне хватило. Ну, хорошая страна, такая доброжелательная довольно. Конечно, много надо там тоже доработать. Там еще прям такой непонятный. То ли совок, то ли не до Европа. Я так и не понял, что это за страна, честно говоря. Мне понравился, кстати, там клуб «Фламинго». Неплохой. Такой нормальный клуб. Я так понял, что это типа в Кишиневе пафосный клуб считается. В Иркутске нет. Вот в Амир Кэпитал структуру. Кстати, кто есть представитель из Иркутска, кто хочет деньги зарабатывать. В Иркутске не был, я жил год в Чите, когда жил с папой вместе, мне было 6 лет, 6 до 7 лет, вот, я жил в Чите, я знаю, что это, по-моему, недалеко, Чита от Иркутска, ну, относительно недалеко. Жесткие, не могу понять, откуда они. Вроде зеленую дорогу показывают. Так, а что, Барсиков нашел девушку, отдыхает, нет? Ну да, это Ванина девушка Лена. Они, по-моему, познакомились, если я не ошибаюсь, когда мы на Бали еще были с Ваней. По онлайну познакомились. Сейчас, так понимаю, все по онлайну знакомятся. Я, кстати, очень удивлен. Обычно я выхожу в прямой эфир, меня что-то так подколбашивает. Сегодня вообще так все спокойненько. Я постарел. Хорошо, спасибо. Ты постарел. Как ты это определила? Что случилось? Мне кажется, я наоборот стал лучше выглядеть после дома. Вот на доме люди стареют очень сильно, кстати. Из-за ламп этих. Потому что там лампы такие, девочки постоянно косметикой пользуются. Потому что если не пользуются косметикой, там такое освещение, что видно все косяки кожи. Папа нет, папа живет в Беларуси уже. Раньше жил, да, было время. Я, кстати, помню этот город. Это я его назвал город-пустыня. Стал. Ну, я бы сказал, что у меня сейчас более спокойный график, чем когда был на доме 2. Я точно не измученный. Я абсолютно чувствую себя на лайте. У меня все хорошо. Больше, как на доме 2, знаете, периодически к тебе приходит нервный тик, тебя так потряхивает или еще что-то, или трясет руки, ноги. О. Поэтому точно нет. Ошиблись вы, девушка, ошиблись. Кстати,
у кого проблемы с нервами, идите на бокс. Серьезно. Идите на бокс. Там у вас выбьют всю дурость из вас. Станете добрым, хорошим. Многие, кстати, бойцы, они очень спокойные люди в жизни. Какая зарплата была на Дом-2? Ну, какая была зарплата? Хорошая. Больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч было. У меня есть в эфире мальчики. Я понимаю, что как бы девочки — это круто. Есть парни? Если есть парни, напишите, из каких вы городов. Напишите, кто из каких городов, сколько лет, чем занимаетесь. Мне интересно, кто у меня в подписчиках из парней есть. Что у меня такое чувство, что реально у меня... Инстаграм пишет, что у меня 75% девушек, но у меня такое чувство, что их 99%. И 1% это парни мои друзья, которых я знаю лично. Вроде на фото девушка, а не парень. Это же хорошо. Для чего? Ну, например, для моей деятельности. Ну, как бы нет, мне нравится работать с девушкой. У меня, в принципе, есть в команде пару девушек. Но девушки и бизнес, ну, тот, которым я занимаюсь, это практически unreal. То есть девушки — это там косметология, салоны красоты, вещи, парфюмерия. Вот это женская тема. А трейдинг, рынок, крипта, фондовый рынок — это точно не женское дело. Поэтому это... Вы можете часть девушек стать умными мужиками? Или если есть умные девушки, которые хотят разобраться в сфере инвестиций, в сфере финансов, напишите мне в директ, мы с вами пообщаемся. Иногда, кстати, нет, иногда появляются девушки, которые там, там по личностному росту, грубо говоря, посещают различные мероприятия. Ну, в общем, ну, как бы, есть интересные товарищи. Вот если вы... что девушки работать не должны. Работа — вообще плохое слово, от слова раб. Я работу как таковую не признаю. Я считаю, что у человека должно быть свое призвание, то, чем он хочет заниматься в первую очередь. И тогда, в принципе, такое понятие, как работа, отпадает. То есть ты можешь заниматься своим делом хоть 24/7, и тебе это будет приносить только удовольствие. Нет, я понимаю, что он говорит, что девушки тупые. Но вот ты именно безграмотная, потому что ты слово «говорит» даже не можешь правильно написать. Вчера буквально писала в директ и не ответил. Ну, я не всем отвечаю. Я смотрю ваш профиль, чем вы занимаетесь. Если у вас там котики, картинки, то как бы мне даже время свое тратить не хочется. Понимаете? В какую бы страну хотел поехать? Честно, хочу в Европу. Посмотреть Европу немножко. И сейчас про эскорт. Не-не-не, эскорт я вам, кстати, никому ни разу не предлагал. Не знаю, с чего вы там взяли, какой эскорт. Я, слава богу, с эскортом никак не связан. Знаю людей, которые связаны. Я так понимаю, многих эта тема очень заботит, да? Тема эскорта. Поднимите руку, кто работает в эскорте. Очень прибыльная ниша, кстати. Очень прибыльная.
Но сложная, сложная. Тяжелая работа, иногда мерзкая. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Профиль закрыт, спрашивала название песни в сторис. Господи, ребят, ну как бы берешь Шазам, включаешь эту песню. Шазам определяет тебе название песни. Че вы как маленькие? Я же вам не личный ассистент, я буду еще тебе название песни писать. А вообще, если есть красивые дамы, для вас работа есть. Но не эскорт, слава богу. Эскорт это для, я их называю, для сильных духов. Сегодня с интернетом беда вообще. У кого мегафон VIP? У меня вот мегафон VIP, а интернет как был говном, так и остался. И причем какого оператора не подключаешь, все говно. Вот если меня видит кто-то, кто в мегафоне работает, вот вы пишете там, что у вас тариф VIP. Вы наш VIP-клиент, у вас интернет на 30% быстрее. Да ни хера. В центр города в Москве заезжаешь, ловит. За что вам бабло платим, я не понимаю. То же самое Билайн, то же самое МТС. Понимаю, мобильным операторам вообще насрать. Только новые услуги и акции придумывают. Закончил. Я закончил юридический факультет Белорусского государственного университета. У меня айфон, да. Если это так важно, у меня айфон. Так, ладно, ребят, я подъезжаю. Всем пока. Хорошего дня.